Обитатели дома номер 15 по улице Ильина обеспокоены дальнейшей судьбой своего жилища. Люди опасаются трещин на стенах, которые, по их мнению, увеличиваются. И причиной такого явления, по их словам, стал, как ни парадоксально, ремонт здания. Ирина проживает здесь уже 45 лет. За это время дом успел стать родным, но постройки середины прошлого столетия нуждаются в периодическом своевременном ремонте. Как отмечают сами жильцы, здание находится в аварийном состоянии. Люди неоднократно обращались за помощью в управляющую компанию «Гарант», но там жалобы игнорировали. 2 недели назад у нас начали ремонт крыши. Сначала через неделю у нас залили коридор, с которого капала. Я позвонила в управляющую компанию, она вообще не отреагировала. 2 недели вот работы ведутся, и у нас была трещина, маленькая трещина была в коридоре, она стала расходиться. Как считают жильцы, из-за большой нагрузки на крышу и серьезного ремонта трещины появляются в разных местах и опасаются, что дом и вовсе разрушится. В свою очередь, главный инженер управляющей компании убежден, повода для беспокойства нет, все под контролем. Ремонт проводится поэтапно, дойдет очередь и до трещин. По словам коммунальщиков, они не вызваны ремонтом и зданию не угрожают. В ближайшее время, я думаю, в ноябре месяце у нас планируется косметический ремонт подъезда. Мы раскроем эту трещину, заштукатурим ее и понаблюдаем. Если будет происходить раскрытие, то заключим договор с специализированной организацией. Управляющая компания обещает устранить все проблемы. Однако процесс этот довольно долгий, а трещины по-прежнему образуются и становятся больше. И пока они живут своей жизнью, люди всерьез опасаются за свои. Анна Кладникова, Галуст Гевандян. Новости Новгородское областное телевидение.